В библиотеке в филиале номер 7 имени Гайдара состоялась торжественная презентация грантового проекта вместе с книгой «Я расту» для маленьких арчан. Этот проект, который подготовила Орская библиотека, выиграл грант президентского фонда культурных инициатив. Теперь благодаря проекту в библиотеке появились интерактивный стол и доска, порядка 600 новых книг, проектор и мебель. Интерактивный стол позволяет заинтересовать ребенка с помощью игры и подготовить его к школе. Здесь есть игры на внимательность, на развитие фантазии, на логику. Новое оборудование и большой стенд с новыми книгами очень впечатлили юных чтецов. Теперь читать книги и развиваться ребятам будет намного интереснее. Итак, кто из пешеходов поступает правильно? Идет по пешеходной дорожке и бежит, да, через дорожку? Правильно. Правильно, да? Да. Кто из пешеходов поступает правильно? Походи, меняй. Не видел, подходите. Мы выиграли большой грант. Для библиотеки это очень серьезная победа, достижение. И сегодня мы открываем цикл мероприятий, которые будут проводиться в рамках гранта. Мы привлекли в город более 1 миллиона рублей, на которые мы приобрели интерактивное оборудование, книжный фонд, мебель. Мы еще не все приобрели, все, что хотели, потому что у нас деньги идут траншами. Грант будет реализовываться этапами. Вот сейчас у нас подходит к концу первый этап, но к концу подходит этап, а цикл мероприятий начинается, и мы вот сегодня их презентовали. В программе проекта мастер-классы, праздники, игры, театральные инсценировки. Все это поможет донести до детей, что от чтения можно получать удовольствие и положительные эмоции. Смотрите афишу мероприятий на май.